Сейчас на улице идеальная погода для съемки. Причем это съемка по сертификату. И по идее ее можно было, например, провести в теплое время года. Сейчас она на улице. Так, все, девчонки, развлекайтесь. И снимать юбку. Кстати. С одной стороны, конечно, кринж, а с другой я пришла к выводу, что кринж — это естественное состояние бытия, и просто надо перестать удивляться этому. Вы на проходной сказали, я что? Я работаю в отделе НЕО с Андреем Николаевичем Почтаревым. Все предупреждены, смотрите, все знают. Вы можете сказать, что Рита там фотографируется. Смотрители, да смотрители, это ладно. Во-во-во-во-во.